два мальчика, школьника, обсуждают, у кого родители лучше. Один другому говорит, мой папа лучше твоего. Нет, меняйте мысли. Говорят, а почему? Потому что он лучше его играет в шахматы. Говорят, ну да. Но зато, говорит, моя мама лучше твоей, он ему отвечал. Он говорит, я согласен, потому что мой папа так же считает. Немножко рок-н-ролльного юмора. Я играю на бас-гитаре, вот еще одна американская шутка бас-гитариста. Как понять, что сцена ровная? Что она ровно установлена, что это не сюда, не сюда? Как понять? Бутылку положить? Подожди, ну вопрос. Как понять, что сцена установлена ровно, дают наводку, это для нас смотреть на бас-гитариста? А? Выпить какие-то водки, что тогда? На все будет ровно? Нет. Просто у бас-гитаристов слюни стекают параллельно. А? На гриф бас-гитары?